Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Санек, и мы продолжаем проходить Stronghold Crusader. Остановились мы на 10-й миссии под названием «Страна Пальм». Итак, мы в коалиции с крысой герцогом Депюсом вступаем против двух султанов. Один Саладин Мудрый, другой Султан Абдулла. Дается нам по 10 тысяч бабосиков. Карта очень зеленая, но нам, естественно, по барабану, зеленая она, не зеленая. Мы умеем выживать даже в голой пустыне, судя по последним сводкам. Так. Ваша популярность падает. Иди-ка ты нафиг. Твои верные лучники. Так, па-па-па-пам. Чего я делать хотел? Я хотел, как всегда, с фермы. Фермы, это важно. Так, ну лесочек на самом деле вырубить было бы неплохо, да. Очень много места занимает долбанный лес. Где у нас ресурсы? Ага, вот здесь у нас ресурсы. Так, чё нам нафиг не надо? Это пока нафиг не надо. Освобождаем склад, не в общем. Не хватает товаров. Нафиг, 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 вот это нафиг. Не хватает товаров. Вот это нафиг. Не хватает товаров. Все остальное нам нужно. Блин, у меня столько денег, короче, я... Прям счастлив. Нам бы сразу вот это добро отделить. Будем делать хитро. Надо будет такой аванпост защитный. Защитный аванпост... ресурсов. Ваша популярность растет. Долбанное дерево, как я их ненавижу. Она мне все портит. Так, нужно пачку лесорубов сюда отправить, и они исправят эту проблему, я думаю, достаточно быстро. Избавит меня, точнее, от этой проблемы достаточно оперативно. Все. Шикарно. Наши луки будут петь. Мы идем. Идите, идите. Так. Вступайте, я бы даже сказал. А ты там уже войска сливаешь? Ну, сливай, давай, сливай. Удачи. Я тут пока делом займусь, ты не против, я надеюсь. Таким как развитие. Так. Нас атакуют! Аларма, аларма, атейшн. За тебя, господин. Не хватает рекрутов, сэр. Куда целиться, сэр? Ну так, у нас здесь больше, конечно, преимуществ. Натянуть тетиву. Потому что мы на высоте находимся. А они нет. Вот и все преимущество. Что это за безобразие, а?
Может, тогда зеркальный замок строить, чтобы он более-менее симпатично выглядел. Что с едой? Запасы провизии убывают. Я понял, там все вообще шикарно. Давайте лесорубы, я вас верю. Блин, короче, я тут камни не дождусь, походу, да? Нет свободных людей для этой работы. Да мне по барабану, найди сюда строй, сделай что-нибудь. Так, 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 так. Короче, я тут реально закипу, пока тут мне что-то принесут, либо. Ага, ага. А поэтому я говорю, что нужны две вышечки. Не хватает рекрутов. Тебя, господин. Мои верные лучи. Стреляйте! Там-то обороны нету никакой. Точнее, не там, а здесь. Ну хотя бы так. Хотя бы. Наши луки будут петь. Мы в пути. Для начала-то. Послание от султана. Саму свирепствую за твоих стен. У меня нету стен. Ну, в смысле, они есть, но они не оборонительные. Не оборонительного характера стены. Такое бывает. Пока что так. Все. Я надеюсь, там закрытая стена. Я искренне в это верю. Долбанный лес, реально. Он так бесит. Я как женщина. Ух, не благосклон. Не очень красивый замок, но зато эффективный. Это будет внешняя защитная стена, а внутри будет замок. Я думаю, так будет логичней. Логичное объяснение моего замка. Замок. Во! Строим. Это я понимаю. А тут все равно никто не видит, что тут происходит. Та-та-та-та. Что? А дерево опять, о. Что, еще одно дерево? Как где ты взялся, откуда? Там далеко. Все, сейчас должно быть красиво. Ну, теперь строим замок, правильно?
стран, наверное, замок строить надо, экономику развить. Экономика. Это нельзя здесь разместить, милорд. Короче, лесорубы. Это нельзя. Вперед из песни. Тут, в общем, надо избавиться от всего этого добра. Это нельзя здесь разместить, милорд. Вы третий великий лорд. Конечно. После крыс, наверное. Тут вообще все печально. Нас атакуют! Скажите! Так. Вот такой симпатичненький замочек маленький у нас получается. Ну, нормально. Не получается. А, как меня бесит деревья. Нет свободных. Это не, нет, это нет, нет свободных людей для этой работы. Милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. И здесь тоже уничтожить это нельзя все здесь деревья. Разместить, милорд. Послание от султана. Голуби спят. Сокол поднялся в небе. Короче, меня вот один из этих товарищей на самом деле бесит. Пойду-ка я с ним разберусь, подумал. Сначала надо до замка достроить. Без замка вообще не камильфо. У вас тут серьезные ребята, я смотрю. Склад заполнен. Не хватает рекрутов, сэр. Склад, дерево, дерево уничтожить. За тебя, господин. Не хватает рекрутов, сэр. За тебя, господин. А вы куда, друзья? Друзья мои, друзья мои. Мы готовы. Что, там есть проход, что ли? Я в это не верю. Мои верные лучники, наши луки будут петь за тебя, господин. Не хватает рекрутов, сэр. Мы готовы. Куда целиться, сэр? Натянуть тетиву за тебя, господин. Да почему у меня так мало крестьян? Не хватает рекрутов, сэр. Что за безобразие? Склад заполнен, милорд. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это нельзя здесь разместить. Ну, сейчас я с ним поговорю, на самом деле, по-мужски, и все будет нормально. Твои верные лучники. За тебя, господин. Не хватает рекрутов, сэр. Наши луки будут петь. Мы готовы. Куда целиться, сэр? Натянуть тетиву! За тебя, господин! Да, ваша милость!
Да вы, ребята, я смотрю, серьезные. Не хватает рекрутов, сэр. Склад заполнен, милорд. Опять? Дыра в моей обороне. Все потому, что тут башни не было вот здесь вот. Вы готовы, сэр? Это разгром! Да вообще ничего не говори. Такой косяк, конечно, давно у меня не было такого косяка. Но это легко исправить. Натянуть тетиву! За тебя, господин! Мои нервные луки будут готовы. Мы идем. Куда тянуть? Да побеждаю. Так. Здесь нужны опыты, выбираем обслугу. За тебя, господин. Не хватает рекрутов, сэр. За тебя, господин! Мы в пути! Твои верные лучники! А, у меня что-то с популярностью. В казну поступает золото, сэр. Почему такое произошло? Потому что у меня много народу, а еды нету, да, я правильно? Нет свободных людей для этой работы. Конечно нету. Вообще же никого нет. Этих пока нельзя убирать. Этих можно убирать. Люди покидают нас. Да что, в чем проблема? Люди не доверяют вам, сэр. Тут косяк. Запасы провизии пополняются, сэр. Не, ну там-то все понятно, там все плохо. Клянусь, это же я. Что, если когда я нажимаю на Z, то так... Такие лаги дикие. Наши луки будут петь. Определяем дальность. О, пошло веселье. Там склад заполнен. Опять? Чёртово дерево. Не хватает товаров. Это разгром! Вы готовы? Ну вот и все. Замок комплитед наконец-то. Послание от султана. Саму свирепствую до твоих стен. Куда целиться? Эй, они сломали хрень. Ну я сейчас с ними поговорю. Не хватает рекрутов, сэр. Казна пустеет, ваша светлость. Запасы провизии пополняются, казна, сэр. Казна пустеет, ваша светлость. Я тут сколько поставил один раз лучников, так и на этом их заставил. Кстати, это плохая была идея, потому что... Не хватает рекрутов, сэр. Их становится все меньше и меньше. Это разгром! Ассасины? Послание от крыс.
Мой господин срочно просит вашей помощи. Ой, да иди-ка ты лесом. Бабки кончаются у меня, вот в этом проблема. Так, опять леса дофига. Не хватает товаров. Так, друзья. Опять? Это... Прям нравится тут проход. Наши луки будут петь. Да ладно, пофиг очень на них. Не хватает рекрутов, сэр. Так. Что мы здесь послание укрепляем? От султана. Стеночку. Султан, нынче небеса неблагосклонны. Ох, неблагосклонны. Укрепляем стеночку. Вот так вот укрепляем. Ставим зубчатую стеночку. На данный момент это достаточно. Готовы! Куда целится, сэр? Я тут подумал, если тут лезет еще башенка, можно ведь усилить. Клянусь бородой Один. И поставить, значит, раз и два. Да, ваша милость. Зубы гроб. Подбираем обслугу. Натянуть тетиву. Не хватает рекрутов, сэр. За тебя, господин. Определяем дальность. Мои верные лучники. Определяем дальность. Так, ну у нас уже все хорошо. Уже все идеально, я бы даже сказал. Не хватает рекрутов, сэр. Запасы провизии пополняются, сэр. Очень много муки, кстати. Тут подумал. Ну поступает золото, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Это разгром! Сейчас поговорим с дружем. Наши луки будут петь. Определяем дальность. Послание от султана. Небо над нашей крепостью окрашено кровью. Пойдем. Дело пахнет победа. Послание от султана. Угони, пересекайте стучки базы султана. Почему они не могут стены атаковать? Что за бред? Здорово! Проходим, проходим, не стесняемся, проходим, 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 проходим. Проходим, проходим, проходим. Проходим. Настала очередь заслужить вечность.
Ну что ж, дружи, теперь твоя очередь. Ну это хорошо. Так, с одним справились. Опять склад у нас. Куча всякого какашки, да? Скорость сбавить, а то реально что-то подлагивает. Так, ну тут уже так просто не получится. Не хватает рекрутов, сэр. А готовы? Хочу свой наш мозг! Ваша популярность растет? Грюсь, радуйте. Куда целится, сэр? Сколько максимально близко я могу башню поставить? Натянуть тетиву! Да, ваше место! Каков наш план? Подбираем обслугу. Мы постараем. Мои верные лучники. Ой, с какой быстрее идет. Заказ из головы. Ага, бабки кончились. Казна тот уже. Пустеет, ваша светлость. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это уйдите вы. Разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Не хватает рекрутов, сэр. Наши луки будут петь. Мы готовы? Опять бабок нету. Короче. Что-то не очень. Ой, с каким быстрым ветром. Что же сказать? Усталость забыть? Запасы провизии. У меня нету профита с денег. Мне нужны деньги. Не, ну как бы есть способ волшебный, тот самый. Тот самый волшебный способ. Есть, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Только козла! Мы пошли! Тянуть тетиву! Стреляй дальше! От тебя, господин! Стреляй дальше! Баллиста построена, сэр! Каждый баллисте индивидуальный подход. А
дальний. Баллиста готова. Заканчиваем постройку. Баллиста готова. Заканчиваем постройку. Мои верные лучники. Наши луки будут петь. Сворачиваем работу. Надо что-то построить. Собираем обслугу. Здесь нужны опытные инженеры. Почувствуй наш флот. Уделяем дальность. Вы готовы? Плюс в том, что она бесконечная. Ну вот уже нормально такой трэш происходит. Нас атакуют! Полиция построена, да? Так, пара-па-па-па-пам. Что-то я уже немножко закипел, да. Что там с едой? Запасы провизии пополняются, да, все шикарно. В казну поступает золото, сэр. Можно ее продать. Мой скакун быстрее ветра. Но у меня очень слабая армия на данный момент. Прям вообще ни о чем. Рекрутов, сэр. Так. Что я хотел сделать? Этих чуваков я хотел уволить. Работа стоит, мой лорд. Всех, потому что мне нафиг это не надо. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Гром и молния. Нужно золото. Работа стоит, мой лорд. Здесь и пить. Мы важны. Нас не стоят. Мы прям очень мало. Только скажи, только скажи. Ну ладно, этих чуваков в принципе не жалко. Главное, чтобы внутрь все попало. Я на это надеюсь. Но не попадет, потому что уже чуваки с ведрами идут. Какая жаль. Не хватает товаров. Товаров не хватает, я понял. Не хватает товаров. Мой скакун быстрее ветра. Не хватает рекрутов, сэр. У него уже бабок нету, да? Да. То есть новых воинов он делать не может. Отлично. Потому что я парализовал его экономику. Это вообще шикарно. Не хватает рекрутов, сэр. Мой скакун быстрее ветра. Ну что приказать?
осталось забыть. Нас атакуют! Мчимся как ветер. Послание от Саладина. Мой псов встречает мало хорошего, но люди надеются... Так. И с этой стороны мы тоже подойдем. Собственно, я так понимаю, this is the end. Это разгром! Мы отважны! Наша лошадь готова! Мой дух как быстрее ветра, ваша светлость. Наша рука тверда. Мы ждем. Мы отважны! Так, а я что хочу сделать? Огненную баллисту хочу. Строим осадное орудие. Наши лошади готовы. Град стрел. Мы принесем горе в их дома. Это разгром! Что надо делать? Это нельзя здесь разместить, милорд. Великолепно! Баллиста готова. Заряжай. Послание от Саладина. Положение впрямь серьезное. Возможно, пора изменить планы. Гори, гори, ясно. Баллиста готова. Давайте, баллисты. Летите, стрелы! Великолепно! Ну вот и все, ну вот и все. Ваша смерть. Мы ждем. Ужали мы стрелами. Град стрел! Баллиста готова. Держание невозможно. Баллиста готова. Держание невозможно. Баллиста готова. Заряжай. Что-то тебе плохо, друже. Моя лошадь готова. Усталость забыть. Град стрел. Ах,
Ну, давайте уж быстрее. Ой, кто пришел, вы посмотрите. Добрый вечер. Не победа! Почувствуй нашу мощь! Что тут горит вообще, простите? Послание от Саладина. Тысяча шайтанов, ты настоящий наказатель! Они сейчас все сгорят нахрен, да? Нас атакуют! Ты доказал свою силу. Теперь докажи великодушие. Нет. Послание от крысы. Ну, собственно, дорогие друзья, на этом все. С вами был товарищ Санек. Увидимся в следующей серии.